Ивановские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вновь стали первыми. На 6-й областной параспартакиаде наша команда в очередной раз набрала наибольшее количество баллов. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как дартс, настольный теннис, плавание, толкание ядра. Всех членов сборной объединило стремление к победе и железная воля. Каждый участник параспартакиады, защищавшись честь города, получил подарок от городской администрации. По словам спортсменов, успех общего дела зависел от каждого, без исключения члена команды. Могло одержать победу то, что мы очень слаженно и занимались в спортзале, показали себя очень хорошие выступления и в городской параспартакиаде. И вот сейчас уже тоже имеется в виду, что мы будем первые, потому что по очкам мы выходим на первое место. За нами Кинешма, потом Ичуга.